Стоим на улице Азина у пересечения с улицей Тракторная. Едем в сторону завода Ишсталь. По просьбе подписчика едем снять одну из улиц привокзального жилого района. Название этой улицы Туинская. За этим желтым зданием следующая будет улица Туинская. Вот с этого места и берет свое начало улица Туинская. Улица, как видим, узкая, едем в 3-5 метрах от зданий. Длина улицы 540 метров. С 1956 года это был третий переулок Жданова. А 5 марта 1970 года переулок был переименован в улицу Туинская. Сегодня 7 марта, и получается, что 2 дня назад была 53-я годовщина этой улицы. Это улица Татарская. Пересекаем улицу Загородная. Thank you.
конец улицы, впереди Южный парк. Застряли. Решаем оказать помощь. По просьбе водителя процесс буксировки не снимаем. Вытянув из сугроба застрявший автомобиль, возвращаемся вновь на улицу. Улица Загородная. На пересечении улица Татарская.
выехали к улице Азина.